Здравствуйте, дорогие друзья, и я рада видеть вас на моем канале. Итак, пришла к вам с очередной хвостушкой. Вот такую тильду лепили мы сегодня на закрытом уроке. Для тех, кто, возможно, на канале впервые, я хочу сказать о том, что у нас есть как бесплатные, спонсорские, так и платные уроки. Платные уроки проходят в закрытом режиме, но все они продаются, и вы их можете, конечно же, приобрести. Для этого нужно написать мне всего лишь в любую соцсеть под видео, после чего вы получите реквизиты для оплаты, а после оплаты вы получите ссылку на урок. Все ссылки на уроки у нас постоянные, поэтому не нужно переживать, что через какое-то время ваша ссылка будет неактивна. Вы покупаете урок, и на всю жизнь он остается с вами. По весу тильда вышла 326 грамм по сантиметров, если до самых ушек, то, если я не ошибаюсь, 17,5 сантиметров. Даже 18 сантиметров. А если до шапочки, например, если не делать ушки, то получается 14,5 сантиметров. Еще раз вам покажу эту красавицу. Вот такая вот классная вообще тильда. Я от нее в диком восторге. Надеюсь, что она вам понравится. Кстати, хочу отметить, что данный урок отлично подойдет именно для тех, кто вообще никогда не лепил, либо боится лепить лицо, как это часто происходит. Так что данный урок всем подходит, и начинающим, и уже тем, кто давно лепит. Ну что ж, не буду вас томить, буду ждать ваших лайков, буду ждать ваших комментариев. Пишите мне в личные сообщения, покупайте урок и творите такую же красоту. На сегодня все. Всем пока-пока.